Приветствую всех на своем канале. Сегодня хочу показать, как мой чармер цветет уже очень долгое время. Посмотрите, какие красивые цветочки, замечательные, сказочного цвета. Восковичок. Ой, у нас тревога. Гудит. Ну ладно, продолжаем. Он цветет у меня еще с начала декабря месяца, а сейчас июнь месяц. Смотрите, сколько он времени цветет. И он неугомонный цветун. Он доращивает цветонос и наращивает вот новый. Смотрите, какой длинный. А вот, по-моему, еще один. Или корешочек, или цветонос. Не знаю. Посмотрим в будущем. Я его в декабре месяце случайно переставляла. Он выпустил вот молоденький цветонос. И кончик повредила. Обломала где-то вот такой кусочек. И он закуклился, перестал удлинять свой цветоносик. Но нарастил вот этот новый. И посмотрите, как долго он мне цветет. Какой замечательный цветок. А цвет, посмотрите, насыщенно желтый, а внутри малиновый. Даже камера цвет передает, видите? Замечательный цвет. А с этой стороны вот такого он цвета. Это вот эти восковички, они дольше цветут, чем простые орхидеечки. Наверное, жизненный срок у них дольше, что ли, не знаю. Мощность лучше. Листья у них такие не сильно большие, можно сказать, у чармера. Есть и побольше листочки, подлиннее. Пыль на них уже напала, окно открытое. И частный сектор, и все время надо вытирать листочки. Корневая у него хорошая. Расскажу, в чем он растет. Я вынула его из горшка, когда купила, и поставила просто в кашпо пластиковое. Ну, конечно, вынула этот торфяной стаканчик. Это обязательно, чтобы он не намокал. Лишнего нам не нужно. И немножко засыпала керамзитом. И посмотрите, какая у него корневая система шикарная. Но он после того, как я его пересадила, где-то полгода не цвел. А сверху положила мох. Это мох, остатки от мха, которые азиатские орхидеи. Положила сверху, чтобы меньше испарения было. К корешкам я не дотрагиваюсь мхом. Видите, корешки свободные полностью, шейка свободная. А корни воздушные, они растут в разные стороны, как им хотят. Этот желтый листочек, это не болезнь, это он просто отживает свое. Ну, то есть листочек имеет жизненный цикл определенное время. Точно надо засекать, смотреть, сколько он может. Это покупной еще был листочек с покупным растением, когда я покупное купила. А он нарастил очень много молодых. Вот этот листик, вот этот, вот этот. 4 листика точно нарастил. Растение очень мощное, сильное, поэтому так красиво благодарит меня и цветет. Поливаю я его вот не с горшка. Наливаю растение. Выпила орхидеечка, все, и все. И он у меня стоит. Корни зеленеют. Это я вот полила, видно? Вот, видите, водичка. Больше не поливаю. Полностью горшок я не заливаю. Вот немножко налила, ему хватает. А сейчас хочу показать вам свои реанимашки, потому что все спрашивают, как ваши реанимашки. А у меня все нет времени, то сирена, то еще что-то. Какие-то проблемы находятся. А сейчас пришло время, немножко уделю вам 5 минут для реанимашек. Смотрите. Одна реанимашка я поставила в тепличку. То есть хрустальная вазочка. Орхидейка посажена в керамзит. Реанимашечка. И она себя хорошо чувствует. Листики плотные. Когда она просто росла на воздухе, она у меня немножко теряла тургор и плоховато себя чувствовала. Это темная орхидейка.
Я не подписала ее, конечно, плохо сделала. Но смотрите, корневая растет. Вот воздушный корешочек, даже по нему видно. Что еще говорить? Больше ничего не надо говорить. Все у него нормально. Поливаю я тоже как в закрытой системе, на палец вот так воды. И ставлю в тепличку. Тепличка у меня модная, импровизированная. Вот так я поставила. Сверху беру чармер свой и накрываю чармером. Вот так у меня растет в тепличке реанимашка. И сверху чармер. Это для экономии места. Здесь вот есть дырочки, то есть воздух туда проходит хорошо. И орхидейке светло, так как она на солнышке. Я еще ткань вот повесила, чтобы не сильно пекло солнце. Виноград еще не нарос. Когда нарастает виноград, то очень хорошо получается затененное окно. И замечательно все. Вот вторая, смотрите. Орхидейка. Это у меня Тарина. Бабочка или полубабочка, или пилорик. Ну, в общем, красивая. Очень мне нравится, я люблю ее. Тоже вот ее тепличка. Смотрите. Убираю эту орхидейку. И внутри у меня стоят на укоренении растения. Это орхидея. Вот, башмачок. Она была очень-очень вялая. А посмотрите, какая пришла в тургор хороший. Корни не наращивает, но тургор есть. Смотрите, это меня уже радует. Значит, она отойдет и будет радовать меня. Она сбросила вот листочек. Черный башмачок этот. И вторая орхидейка здесь стоит на укоренении. Видите, смотрите, какие корни. Я вам ставлю кусочек видео от этой орхидейки. С какими... какой шейкой, какими корнями она была до этого. Видите, листики вялые. Не могу настроить. Почему-то не было. Листики вялые, но растет молодой листочек. Вот. Видите, в центре. И что меня еще радует, это вишенку ребенок принес. Смотрите, как корневая система наращивается. Смотрите, как вошли корешочки в разные стороны. Хочу же вам четко показать, а оно не получается. Очень хорошо. Эти листья, конечно, уже не выровняются. Но они какое-то питание свое все равно еще отдают орхидейке. Но они уже плотные не станут. Ну, вот этот молоденький листик, вот он пошел в рост. А это уже результат, раз он пошел в рост. Смотрите, какая у меня теплица. Такой ваза. Обыкновенная стеклянная. Керамзит. Керамзит мокрый. Сверху я поставила большой кусок коры. И просто накладываю свою орхидейку, ложу, сейчас положу, на эту кору лежа. Не укладываю корень вовнутрь, во влажную среду, а вот так на кору ложу, и все. И в таком состоянии мои орхидеи находятся в теплице, наращивают корни и восстанавливают тургор. Теперь ставлю в уголочек. Сверху ставлю Тарину свою для экономии места. Вот. И так у меня экономится место и наращивает корневую систему орхидейки. Это моя новая тепличка. Я попробовала, у меня получилось. Видно просто по корням, корни пошли в разные стороны. Можете попробовать тоже сделать так же, как и у меня. Это еще мои орхидейки вот зацветают. Она как-то меняет цвет, когда цветет. Видите, она белым цветет. Открывается белая.
А потом проявляется цвет и получается такая хорошенькая орхидеечка. А это тоже мои ренимашечки. Вот они пустили молодой листик. Это пускает корешочки. Это тоже листочек хороший пустил. Это почечки доращивает. Цветочные. В общем, все у них хорошо. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Кому интересно, оставайтесь со мной. Будем вместе наращивать корни ваших орхидеек. Всем удачи, всем пока. Всего вам доброго.